Сегодняшняя проповедь называется «Занимать пространство для Бога». Прочтем сейчас Бытие, 1 глава, 27-28 стих. «Какой же Божий оригинал для человека? Когда Бог создал человека, поместил его на землю, что Он хотел, чтобы человек делал? Чем должен был заниматься человек? И сотворил Бог человека по образу своему, и по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся на земле». Божий оригинал, когда Он создал человека, Он хотел, чтобы человек умножался, наполнил землю, обладал ею, представлять Бога на земле. Вот такой был Божий оригинал. Это то, ради чего Он создал человека. От Луки 23 глава, 40 стиха по 43. «Другой же, напротив, унимал его и говорил, или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. Иисус ответил, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Вот если бы Бог не имел никакие цели для нас здесь на земле, то мы все должны были как-то, как этот разбойник, вы понимаете? Покаялся и умер. У этого разбойника шанса для искушения, для проблем уже не было. Он покаялся и умер. Но когда вы читаете Библию, вы не увидите часто, кроме этого разбойника, люди, которые покаялись и тут же умерли. Вы не увидите. Почему-то план Божий идет дальше, чем просто покаяние. Получается, что во Христе Иисусе оригинальный Божий план, который был потерян через падение Адама, во Христе Иисусе этот план вернулся назад. Заметьте, Бог никогда не отменяет свои планы из-за дьявола. Дьявол не имеет власть отменить Божьих оригинальных планов. Когда Бог захотел ввести народ израильский в Египет, дьявол включился, и народ подключились с дьяволом. Божий план исполнился, но не через тех людей, которые сотрудничали с дьяволом. Через тех он не сделал, но план Божий исполнился. Те, которые умерли, наверное, подумали, Бог, пора, тут Бог не получилось. Мы не попали в землю, они умерли вне земли. Но то, что они не понимали, что после них Божий план все равно исполнился. Имей в виду, Божий план, от его план, который он имел, связан с тобою, может не исполняться. Но план Божий все равно исполнится, даже без тебя. А я предлагаю, чтобы все планы Божии о тебе остались в исполнении через тебя. Скажите со мной аминь. Вот поэтому план Божий какой? Наполняйте землю, обладайте ею. Во Христе Иисусе этот план Божий вернулся назад. После покаяния мы можем заниматься тем, чтобы пространство земли наполнить порядком Господа Бога. Вот поэтому, когда Иисус молился, учил учеников молиться, что Он говорил? Молитесь так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Потом, да будет, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Заметите, где зов Господа Бога. Чтобы на земле была выражена воля Божия, как на небе. И эта воля Божия может
распространять только те люди, которые рождены свыше. Скажите со мной аминь. Мы не просто родились свыше, чтобы попасть на небо. Разбойник, да, попал на небо. Молодец, поздравляю его. Но это не полный комплект Божьего плана. Это всего-навсего часть. Христиане, которые живут, как будто весь план Божий заключается в том, что ты покаялся и попал на небо, как правило, они на земле пользу не приносят. После покаяния мы призваны Богом, чтобы жили жизнью. Не ищи смерть после покаяния. Ищи теперь жить. Как одна женщина сказала, мне так жаль. Бога только узнала в 50 лет. Теперь мало осталось прожить для Бога. Я говорю, ну хорошо. Главное, вот это сколько осталось, так живите, чтобы на земле воля Божья пришла. Царство Божие распространилось. Пространство было наполнено для Бога. И Бог вас за это благословит. Дело не в том, что поздно покаялся. Я знаю людей, которые рано покаялись, прожили христианскую жизнь 70 лет, и ползи от них ноль. Они только смотрят на конечную цель, лишь бы держаться, не упасть, остаться спасенным. Но молодец, но это не единственная цель, ради чего ты покаялся. Надо занимать пространство для Господа Бога. Поэтому важно, чтобы мы это понимали. Мы с вами имеем большую ответственность перед Богом. Мы поняли задание, мы поняли задачу. А что Он нам дал? С чем мы будем это делать? Разбойник покаялся, умер, ему ничего больше не надо. А мы остались. Что Он нам дал? Чтобы мы успешно прошлись, исполнили задание и выжили. И не умерли в процессе, не исчезли в процессе. Что Он нам дал? Первое, что нам дал Бог, Он дал нам свою охрану и защиту. Понятие защита и охрана – одно из главных вещей, что Бог дал человеку. Даже на природном уровне. На природном уровне Бог вложил внутри человека иммунную систему. На природном. То есть, потому что ты живешь, если бы вы посчитали, сколько микробов попадают в ваш организм, смертельные микробы, в день, в час, в минуту, вы были бы в ужасе. Почему вы не болеете, вы не умираете? Потому что на природном уровне Бог вложил в вас иммунную систему. Клетки, задача которого защитить вас от опасности и угрозы. В планах Божьих вопрос охраны и защиты занимают очень приоритетное положение. Потому что если бы не было этой защиты, все, что Бог создал, было бы под большой угрозой. И точно так же, когда мы пришли к Иисусу Христу, когда мы покаялись, Бог знал, что дьявол будет пытаться нас уничтожить. Поэтому Он, помимо природной защиты, Он также нам дал защиту и охрану в духе. Скажите, я имею Божью защиту, Божью охрану. Библия говорит в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 18 стих. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Бог не желает, чтобы мы были оставлены. Сироты – это незащищенные люди. Бог хотел, чтобы ученики не были в состоянии потерянности, разбитие, беззащитнее. Он хотел, чтобы они были утешены внутри. Я не оставлю вас сиротами. Бог против состояния растерянности и потерянности.
Если бы Иисус, ему было все равно, что с ними происходит в душе, он бы просто дал им защиту и охрану, и об этом им не сообщить. Они бы боялись, в страхе, в ужасе. Потом раз Бог защитил, ой, как будто Бог нас начинает защищать. Почему Иисус говорил, чтобы их сердца успокоились, не были растеряны? Помните, когда Иисус говорил им, что я вам говорю это, но вы теперь печальны, но не печальтесь. Говорит, я против вас поднимутся много чего, но мужайтесь, ибо я победил мир. Зачем он им это говорил? Чтобы внутри они успокоились. Оказывается, Бог не желает твою внутреннюю разбитость, растерянности, кроме если ты сам это на себя навлек, тогда надо бежать к Богу, покаяться, менять обстановку, потому что Бог, его план, чтобы его мир, его любовь свободно двигалась в наших сердцах. Кто-нибудь скажите со мной аминь. Я не оставлю вас сиротами. То есть, я не оставлю вас в брошенном состоянии, в оставленном состоянии, что вы никому не нужны. Я буду рядом. Я приду к вам. Смотрите от Луки 10 глава, 17 стих по 19. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Он же сказал им: я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Сие даю вам власть наступать на змеи, на скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Вот ученики вернулись, да, вот с радостью. Бесы повинуются нам. Скажите мне, кто обычно создает движение против верующих? Бесы. Когда нормальный человек, сидящий дома у себя, в нем поднимается ненависть по отношению к тебе, начинает делать вреда тебе. Это бесы поднимают такое. Это не нормальные, естественные мышления человека такое не делает. Это бесы. Получается, если мы победили бесов, мы победили создателей волну против нас. Вот почему духовная война в молитве супер важна. Если мы не парализовали бесов в духе, они начнут возмущать много чего в жизни против тебя. Вот поэтому Библия говорит: не давайте места дьяволу. Имеется в виду, не дайте бесам пищу для действия против вас. Не дайте им, потому что когда им мы дали, они начинают не то что нападать на тебя только, они начинают возмущать целую группу, круг людей против тебя, создавать тебе всякое неприятности. Когда ты видишь, что бесы в чем-то с тобой играются, да? Победи. Потому что, если ты не победишь, они задумали кое-что. Бесы, у них свои планы, дьявольские планы. И если ты не победишь некоторые действия дьявольские в твоей жизни, побуждение его, там, мысли его, направление его, какие-то желания от него, они обязательно пришли, чтобы украсть, убить и погубить. Что-то после будет украдено, разрушено, уничтожено. Обязательно. По-другому бесы не работают. Будь человеком, который побеждает в духовном мире. И много чего ты будешь нейтрализовать. И люди, которые против тебя начнут уходить, что начинает меняться, их настрои или их действия. Много чего начинает меняться только от того, что ты в духе закрыл все двери для дьявола. Иисус говорит им, ученикам, он говорит: я вам дал силу наступать на всю силу вражью. Наступать.
Наступать – это означает, у вас есть то, что надо, чтобы защититься. Но условие – надо не убегать, а наступать, это шагать над головами силу дьявола. Это значит, защита Божия работает не тогда, когда уступаем или убегаем. Когда уступаем, убегаем, Божьей защиты нет. Многие люди умирают, уничтожаются, разваливаются, разрушаются в момент уступать. Нельзя. Вот, пастор Генри, мы видим тебя, ты всегда на высоте, ты всегда... О, молодцы, спасибо. Я не всегда на высоте, но я всегда наступаю. Горько внутри, наступаю. Хорошо внутри, наступаю. Хочется плакать внутри, наступаю. Хочется сдаваться внутри, наступаю. Потому что Божья защита работает, когда мы не уступаем. Кто-нибудь скажет со мной аминь? Что же Библия говорит? Щит веры. Щит веры, она спереди. Очень удобно держать щит сзади, да? И бежать, и щит держать. Очень удобно так стоять. Христиан – это люди, которые не умеют уступать. Поэтому Иисус говорит «наступать». Я вам дал силу наступать. Божья защита работает при одном условии. Мы наступаем. Скажите «наступаю». То есть, и Он говорит, «Я вам даю мою безопасность». Не убеги от врага, но ничто не повредит вам. Как там написано в Марка 16 глава 18 стих. Будут брать змеи, если что смертоносные выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, они будут здоровым. Кому это им? Уверовавших. Условия, чтобы Божья защита работала для тебя, ты должен быть уверовавших. Когда мы покаялись, Бог вложил в нас способность быть защищенным. Деяния апостола, 12 глава, 4 стих. Задержав Петра, посадил в темницу, там приказал четырем четверцам воинам стеречь его. Петр же там между ними и в темнице, а церковь, между тем, церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь, имеется в виду убить его, следующий день, и он спал. А ангел Господень пристал, и света съел темницу, толкнул Петра в бок и пробудил его, и сказал, встань скорее. И цепь упали с рук его. И, короче, и сказал ему ангел, опоясься, и он его вывел оттуда. И вышел, следовал за ним. А он думал, все, что делается, это видение. Потому что Петр, помните, он видел видение, там корзину и все прочее. Он любит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам. И когда они пришли туда, ангел не стало. И тогда Петр пришел в себя, трезво свернулась, и он начал думать, о, ангел меня избавил, и тут же подумал, побегу. И говорится здесь, и осмотревшись, пришел в дом, и вспомнил, молятся в доме матери Иоанна, называемым Марком, где многие собрались и молились. И Петр туда пошел. Заметите, Божья защита и охрана. Удивительно, что Петр готовят его убить, и он заснул. Поэтому процесс его освобождения не инициатива Петра. Кто был инициатором защиты и выводить Петра из тюрьмы? Бог. Помните всегда, везде, где Бог инициатор, везде требуется, чтобы мы отвечали верою. Везде, где Бог инициатор чего-то, нужно реагировать. Наша реакция, наша вера. Если Бог инициирует что-либо, и мы не среагировали, оно пройдет мимо нас. Всякая Божья инициатива увидит успех, если мы на эту инициативу реагируем, отвечаем. Важный момент второй.
Ангели участвуют в защите верующих. Как Бога сохранит тебя? Через ангелов или каким-то другим путем ему решать. Но самое главное, ангели участвуют в защите. И третье, здесь говорится, церковь молилась. Важно в жизни иметь людей, которые называются свои. Свои – это люди, которые за тебя, с тобою, ради тебя и ради Господа. Петр пошел к своим, они молятся за него. Его там нет. Они любят его, так что за него молятся, хотя его там нет. Они не просто молились, они прилежно, от души, не по его просьбе, а по повелению их души из-за их любви к Петру. Это называется «свои». Вот эта группа людей, называемые «свои», такая, не от повеления, не от того, что такой порядок, так требуется, так сказали, нет. Это люди, которые никто не сказал, никто ничего не повелел, никто ничего не просил, никто ничего, а не их душа, их, как это правильно сказать, их к этому двигает. Вот если вы найдете таких людей, вы нашли ядро, с которой вы можете менять этот мир. Именно с такими людьми, если вы их найдете на земном шаре. Такие люди, они с вами готовы в любые бои. Когда ангел ушел, Петр включил здравый смысл. Здравый смысл, вопрос твоей защиты тоже нужен. Второе. Бог дал нам его благословение. Божье благословение – это Божье благоволение, Божья милость. Это Божье благо, которое приносит много пользы и радости. Божья защита от зла. Слово «благословение» не имеет одно узкое значение. Все это вместе входит в понятие «благословил». Поэтому, когда говорится «и благословил их Бог», имеется в виду, Он дал им свое благоволение, так, чтобы, когда они придут, им помогали без объяснения. Он дал им свое благо, которое приносит много пользы и радости. Это значит, Он дал им свою милость. Это означает, что Он дал им защиту от зла. Поэтому, когда Бог сказал «благословляю», Он дал им все, что им надо для жизни. Написано в притчах, 10 глава, 22 стих, написано «благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит». То есть, когда от Бога не само богатство приходит, от Бога приходит благословение. А благословение, когда оно принято, оно начинает тебя обогащать со всех сторон. Но радостный еще момент – это то, что печаль с собою не приносит. Говорится к Ефесянам 1:3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Авраам находился в Харане. Ушел оттуда. Нет, там Ур Халдейский, потом Харан, потом... И он в Харане остановился, потом папа умер, потом он пошел в землю, которую потом израильский народ наследовал, хранейскую землю. У него ничего не было. Ноль. Авраам, он пришел туда, когда он, Бог его благословил. Так Библия говорит, благословил его Господь. А благословение Господне что-то всегда приносит. Авраам, настолько жизнь его поменялся только от того, что Бог, Божье благословение было на нем. С фараоном столкнулся, он вышел оттуда богаче, чем было.
с Авимелех столкнулся, вышел оттуда больше, чем до. Куда бы ни пришел Авраам, это благословение, которое на нем приносил. А Галатам, Библия говорит Галатам 3:14, что мы имеем во Христе Иисусе благословение Авраамова. То есть, куда бы мы ни пришли, на нас благословение, и оно приносит. Заметите, Бог желает, чтобы мы с вами были людьми благословения. Поэтому с таким благословением мы сможем исполнить Божье первоначальное желание. Наполняйте землю и овладайте ею. Бог нам дал силу, власть для решения всех нужд. Заметьте, что Бог планировал, чтобы мы победили. И не только победили, а вернули первоначальный Божий оригинал. Наполнять землю, овладеть, приносить Божий порядок. Да будет воля Твоя на земле, как на небе. Да придет Царство Твое. Вот так Бог планировал. И когда Он дал нам спасение, Он не имел в виду, что мы спаслись и главное попасть на небо. Это тоже будет. Но Он имел в виду, что после покаяния на земле мы занимали пространство для Господа.